В Вологодской епархии прошел концерт, посвященный тысячелетию представления равноапостольного князя Владимира. Почетными гостями вечера стали патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел, митрополит Вологодский Кирилловский Игнатий и митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Владимир. Концерт состоялся в здании постройки 18-го столетия, а ныне областной филармонии имени композитора Валерия Гаврилина. Концерт проводится молодежными, так сказать, ансамблями нашей Вологодской епархии. У нас создались за этот год много молодежных коллективов музыкальных. А мы хотели показать близость церкви со светскими людьми, то, что мы едины все. Поэтому, естественно, у нас песни несут смысловой подтекст. В любом случае это озвучивается любовь к родине, любовь к ближнему. И, естественно, песнопения, которые посвящены непосредственно самому празднику. Обращаясь к зрителям, гость из Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел, уделил внимание значению православия в истории славянских народов. И наша культура, и наша цивилизация – она была основана на Евангелии, на просвещении, которое совершили святители на нашей благословенной русской земле. Главной темой всех выступлений стала любовь к нашей стране и родному краю. Вот потому-то мила мне всегда.